Группа компаний «Специальная техника и технологии» STT Group принимает на работу наладчиков станков ЧПУ. В этом видео вы сможете ознакомиться с требованиями о приеме, условиями работы и информацией о компании. Компания STT Group более 25 лет занимается разработкой и производством технических средств защиты информации и созданием приборов противодействия минно-взрывному терроризму. Оборудование STT Group используется предприятиями и силовыми ведомствами в десятках стран мира, прошла испытания и зарекомендовала себя в горячих точках – Сирии, Чечне, Израиле, Украине, Афганистане и ряде других стран. Также STT Group выполняет работы и оказывает услуги предприятиям и организациям в области информационной безопасности, включая инструментальное обследование помещений на предмет выявления каналов утечки информации, монтаж и обслуживание технических средств защиты. В компании работают 125 человек. Требования к соискателю. Умение работать на фрезерных обрабатывающих центрах с ЧПУ, Фанук и Синтек. Опыт работы наладчиком от 5 лет. Аккуратность, дисциплинированность, ответственность. Должностные обязанности. Написание управляющих программ для 3- и 4-осевой обработки. Наладка деталей. Подготовка производства. Условия. График работы 5/2, с 10 до 18 часов. Возможна работа по индивидуальному графику. Расположение офиса. Москва, метро Щелковская. Оформление согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Комфортное рабочее место и инструмент. Бесплатная форма. Дружный профессиональный коллектив. Заработная плата обсуждается с кандидатом по результатам собеседования. Стань частью нашего дружного коллектива и внеси свой вклад в оборонную отрасль страны.